Добрый день. Вы знаете, это будет не выступление, это будет интеллектуальное преступление, потому что, ну, мы задумали маленькую провокацию. По большому счету, сейчас где-то там слева стоит счетчик и считает время. Я должен говорить минут 5, потом играть одну композицию минуты 3. Сейчас у меня слетел шнур, я сейчас выдерну, чтобы не... Так вот, немножко я сэкономил времени, в общем-то, у матрицы его отъел. И над нами висят эти календари, щелкают наши электронные часы, ну, особо продвинутых людей, аналоговые часы или кварт. Неважно, мы живем в мире, где нас держат в дедлайнах, в календарях, в строгих БРС-системах, баллах, рейтингах, каких-то непонятных сроках, до которых мы всегда не дотягиваем. Вы понимаете, что это создает эффект такого психоза и невроза. Рынок на это очень четко реагирует. Посмотрите, перестали продавать компьютеры с физической клавиатурой, с физической мышью. Людям не хочется ни на что нажимать. Достаточно купить планшет, тыкать и перелистывать странички в социальных сетях. И мы понимаем, что интерфейсы ввода, они просто исчезают из нашей жизни. Мы не производим ничего, мы только потребляем. Образование, еда, любовь, все превратилось в большой фастфуд. Мы идем по очень четко вымеренным временным лимитам. У нас запланировано на 2-3 года вперед. Я думаю, в календаре где-то лет через 80 уже стоит. Ну, примерное, размытое, но все-таки такой итоговый дедлайн, да? Конечная точка. У каждого она своя. Будем надеяться, что наш календарь толстый. И я хотел нашим выступлением оправдать интерфейсы ввода, физические интерфейсы. Клавиатура и мышь – это самые распространенные сейчас вещи для создания контента, для создания каких-то творческих элементов. Но я вдруг понял, что само человеческое тело, человеческое сознание, человеческий интеллект, и я не побоюсь этого слова, душа, это мощнейшие интерфейсы производства информации, а самое главное – производство смысла. Ваши слова, ваши чувства, ваш взгляд, ваши музыкальные инструменты, ваш талант писать стихи, музыку или просто красиво улыбаться, это тоже талант. Это все, что производит новые смыслы. Эти смыслы меняют мир. Мы не можем оставаться только потребителями быстро приготовленной шаблонной еды, как в образовании, так и в гастрономии. Оказывается, мы можем сами очень много производить. Мир от этого, мне кажется, станет лучше. Вот мой очередной дедлайн прошел, уже 5-минутный лимит. Все подходит, я его чувствую. Сейчас мы споем 3 песни. Они все посвящены обозначенной мною теме. Мы хотим вырваться из матрицы, несмотря на то, что это универсальный и приятный мир для жизни. Творить всегда тяжелее, чем потреблять. Вы знаете, есть муки творчества. Эти муки есть на всех уровнях. Но мы хотим поделиться с вами нашей музыкой, наши инструменты, наши песни. Это такие наши маленькие клавиатуры и мышки, которые, мы надеемся, смогут породить какой-то новый интересный смысл и придать этот смысл нашей жизни. Не все поделено на клетки, не все определено секундами и метрикой. Первая песня называется «Неформальный бит». Бит в значении единицы информации и как стиль музыки 50-х годов. Система сужает круги над твоей головой. Пусть высушены все мозги, но ты еще живой. Ты можешь сопротивляться. Тебе неформальный бит. Ты не похож на толпу, но ты уже убит. Но как же так случилось, ведь мне все равно. Я тоннами смотрю неформатное кино. Интеллектуальный час выкачиваю беспрестанно.
моем кармане трутся айподы в айпад. И на плечи висит зеркальный фотоаппарат. Вокруг меня толпа таких, как я, для меня это странно. Свободных орлов в нашей клетке полный насест. У каждого по наберению мощный протест. У каждого поезд в огне, и все хотят перемен. Мерзкие заботы для них, суета и тлен. Ну как же так случилось, ведь мне все равно. Ведь я религиозен, не курю, не пью вино. Я йогья, цена Кришна, а еще я древнерусский язычный. Я скоро просветлею, воспарю над толпой. Я выйду из системы одинокой и крутой. И выстрел неформально в трансцендентальном обличии. Но клетка оказалась уютно, тепла и мила. Шива-дуба, шива-дуба, мы можем сопротивляться, взрывать в душе динамит. Спасибо системе за наш неформальный мир. Спасибо системе. Спасибо системе. Спасибо системе. Одноименную песню. Апгрейд, как вы знаете, это обновление некоторой технической системы. В общем-то, обезьяна в свое время была неплохим эволюционным достижением. Но потом что-то пошло не так. И получился человек. Ну, как-то так вышло. И то думаю. Да, и вот песня про апгрейд обезьяны. Нас посчитали на перфокартах федеральных проектов. Мы стали неотъемлемой частью номенклатурного бытия. Нас растворили в полиграфической краске рекламных проспектов. Логины, пароли, апгрейды, дедлайны, цивилизации. Апгрейд обезьяны. Бесконечная боль. Апгрейд обезьяны. Блудились в джунглях девайса компьютерных интерфейсов. И с легкостью отдаем себя в ласковый плен социальных сетей. Вся жизнь превратилась в одну совокупность информационных процессов. Реальность и текст соединились в мелькании лент.
новостей. Свобода, свобода, где ты притаилась в теплом виниловом звуке, в ламповом прикосновении тел, в акустике искренних слов. Остался ли человек неподвластным нейрон когнитивной науке? Есть ли в нас то, что мечтает лишиться информационных окон? Песня, которая наконец-то дождалась своего зрителя. Она была написана в лингвистическом университете в мою студенческую бытность. Она была написана после 5 бессонных ночей перед экзаменом по общему языкознанию. И она так и называется — «Лингвистический спич». Что надо? Чем помочь? Только время. Если кто умеет вот так щелкать, там, на слабую долю, можно щелкать. Никаких проблем. Ну, сейчас я покажу, где. А как вступает? Несколько дней к ряду меня плавно качает сочетание злобесных нарядов и абсурдных звучаний. Я запутался в тканях значений, заблудился в синтагмах, в лингвистических развлечениях, текстуальных октантах. Увидит Бог сокровенные смыслы. Подвода придет капелька по точкам. Моя речка круче, не смыкаю очей. За ночь моя речка круче, не смыкаю очей. Напрочь повторяю в рассветном тумане. Повторяю в рассветном тумане. Капелька по точкам. Уместился, значит, в них его голос.
были лишь тяжелые вздохи. Недоступен мне этот несчастный законченный к духе. О, великие тайны, великих эпох, сохранились в корнях, но ведь и Бог, сохраненные смыслы, вот вода придет, пика по точкам. Просыпаются люди, в изголовье трясется верблата, но без пощадки будильник голодом раздается на водом. Как бегать по кочкам, кухня, спички, холодильник, он великий тайник.